Доброе утро, 9 часов 46 минут в Беларуси. Это утреннее шоу «Раньше всех». Герман, Степа, Даша делают ваше утро бодрым. Доброе утро. В ближайшие сутки в стране облачная погода. Во многих районах пройдут осадки, дождь и мокрый снег. Температура воздуха от 2 до 3 градусов тепла. Где бы вы ни находились, в офисе, на работе, я не знаю, в дороге, советуем делать ваши радиоприемники немножечко погромче. Потому что прямо сейчас будем разыгрывать приятные подарки. А есть у нас повод для того, чтобы это делать. 20 лет назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире. Связанная с риском для жизни, она требует высокой профессиональной выручки и, конечно же, самоотверженности. Сегодня Белорусская служба спасения располагает высококвалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет ей решать задачи любой сложности. К профессиональному празднику наших спасателей пожарных, который отмечается, кстати, 19 января, мы проведем специальный розыгрыш подарков и разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Чтобы их получить, необходимо ответить всего лишь на один простой достаточно вопрос. Так, сегодня давай. Он звучит следующим образом. Какова длина самой большой пожарной лестницы коленчатого подъемника, находящегося на вооружении столичных спасателей? Три варианта есть для вас. Вариант номер А – 100 метров. Вариант номер Б – 120 метров. Вариант номер В – 90 метров. И вариант номер Г – 30 метров. Либо буквочку пришлите, либо, в общем-то, длину самой большой пожарной лестницы. 3377 – номер для ваших сообщений. И правильный ответ – 90 метров. Мы поздравляем всех тех, кто догадался. Угу. Это вы представляете, 90. Как вскарабкаться на эту лестницу, на самую вершину. Сколько Ой. Труда, сколько физнагрузок. А я человек, физнагрузок. Который еще и высоты боится. Ну, это все. Нереально. А я еще видел видео такое вот очень прикольное в интернете, когда вот эту вот башню спасательную, одну из них поднимают, там вот эта маленькая платформа для спасателя, она там ходит так вот на 5 метров, то туда, то сюда. Это нормально, типа, но очень страшно. Это надо быть действительно храбрым человеком. Поздравляем нашего слушателя, который сегодня получает подарок. Тот, кто первым ответил правильно на наш поставленный вопрос. Его последние цифры номера телефона 7500. Расскажем совсем скоро, как вы можете забрать подарок. Ну а на сегодня все. Раньше всех.